Два человека погибли в результате автомобильной аварии в Алматы. Трагедия произошла в районе торгового центра «Саудакен» по проспекту Раимбека. По словам очевидцев, пешеходы, предположительно мужчины в возрасте 44 и 45 лет, пытались перебежать дорогу в неположенном месте. В какой-то момент их на полном ходу сбила иномарка. От полученных травм они скончались на месте ДТП. Автовладелец скрылся в неизвестном направлении. Его разыскивают.